желание на Новый год? Да? Хотите, чтобы оно исполнилось? Тогда для Дедушки Мороза нам всем нужно крикнуть «С Новым годом!» Давайте, один, два, три! С Новым! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, химчане! Во многих парках и скверах Химок Новый год встречают именно так, праздничным концертом, с весельем, хорошим настроением, Дедом Морозом и Снегурочкой, конечно же, куда без них. Ну а мы находимся на центральной и самой масштабной площадке в парке Толстого. Сюда прийти отмечать. Как что? Мы здесь живем, рядом с домом. Это у вас традиция в парк Толстого выходить? Ну, наверное, да. А, ну, расскажите, чего бы пожелали химчанам на Новый год? Ой, здоровье самое главное, благополучие, ну и, конечно же, любви. Без любви никуда. Специально из Великого Устюга главный Дед Мороз нашей страны записал торжественное новогоднее обращение. Пошумим! Давай, 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 давай! Дорогие мои друзья, это я, главный зимний волшебник, российский Дед Мороз. Поздравляю Химки и всех химчан с Новым годом! Этот день замечательный. Всем вам желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. И пусть под бой курантов все ваши желания и мечты обязательно исполнятся. С Новым годом! С Новым годом, Химки! С наступающим Новым годом! Расскажите, как настроение? Отлично, праздничное, новогоднее. Так, очень рады белой крысе, которая к нам скоро придет. Кто придет? Белая крыса. А, белая крыса, да. Что она нам несет, знаете? Что слышали вообще про нее? Ну, я думаю, что она нам несет все-таки какие-то успехи, счастье. Ну и, так сказать, какие-то достижения определенные. Так, а вы здесь первый раз отмечаете парк? Да, первый раз. А почему решили выйти вот в парк? Ну, необычно, решили посмотреть, что здесь за мероприятие. Все-таки дома как-то скучновато уже сидеть. Что бы пожелали вы химчанам, вообще горожанам, жителям нашей страны? Добра, побольше добра и понимания. Спасибо, а вы? Ну, я присоединяюсь к супруге, да, добра, чтобы побольше улыбок химчанам желаю. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Что бы пожелали в Новый год жителям страны нашей? Счастье, наверное, здоровье и, главное, жизненного успеха, чтобы город процветал и развивался. Химки, с Новым годом нам! Химки, мы лучшие, правда ведь? Дорогие мои, дорогие жители городского округа Химки, дорогие гости, которые сегодня приехали, чтобы разделить с нами встречу Нового года, с Новым годом, с новым счастьем. 19-й год для Химок был очень важный. Мы с вами отмечали юбилей. 80 лет городскому округу Химки. Химки – самый крутой город Подмосковья, правда? С
Спасибо вам за этот год, за эту любовь к своему городу, за эти проекты, за эти дела. И сегодня разрешите мне от имени администрации городского округа Химки, от имени нашего главы Дмитрия Владимировича Волошина пожелать нам, чтобы следующий год, наступивший год 2020, был для нас, для всех удачным, счастливым, и чтобы все получалось. Я вижу, настроение у вас бодрое, веселое. Но дома скучно сидеть и кушать салатики, поэтому хочется музыки, праздника и веселья, и посмотреть на народ, как веселится. Как настроение? Хорошо, отлично. Супер. А что бы вы пожелали в новом году химчанам? Мы всем пожелаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Вот, спасибо. Привет, Химки, привет, Москва. Здоровья, счастья. Успехов, счастья, процветания и всего-всего. Любви, любви. А давайте сейчас на счет три с Новым годом крикнем. Давайте. Раз, два, три. С Новым годом! Наш уважаемый глава округа, городского округа Химки, лично прислал нам большое поздравление. И под ваши аплодисменты хотелось бы увидеть Дмитрия Владимировича Волошина. Под ваши новогодние аплодисменты! Уважаемые химчане, дорогие друзья, Новый год – это праздник, который все мы ждем с особым настроением. В этот день мы говорим друг другу важные, теплые и добрые слова. По традиции вспоминаем все самое главное, что произошло за год с нами и нашими близкими. Дорогие друзья, в этот Новый год я хочу поблагодарить вас за ваш труд и участие в жизни городского округа Химки. За ваше внимание и тепло, которое вы дарите тем, кому это важно и необходимо. Отдельно хочу поздравить тех, кто встречает праздник на своем рабочем месте. Наших врачей, спасателей, тех, кто отвечает за безопасность. У нас амбициозные планы на будущий год. Вместе с вами мы сможем продолжить делать Химки местом, где удобно и интересно жить. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и благополучия, семейного счастья и исполнения всех ваших желаний. Пусть Новый год станет временем теплых встреч и воплощением самых смелых идей. С новым 2020 годом!